В средней школе номер 14 города над Бугом состоялся чемпионат по военно-спортивному многоборью памяти Ефима Моисеевича Фомина. Почетные гости турнира – представители администрации Московского района города Бреста, Республиканского общественного объединения «Белая Русь», а также мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В соревнованиях приняли участие 6 команд, представлявшие разные школы, а именно номер 1, 11, 14, 25, 37 и гимназию номер 6. Мотивация, в первую очередь, показать себя. Многие достижения уже есть на предметах в общеобразовательной программе, а сегодня есть возможность показать, насколько эти навыки могут пригодиться сегодня на соревнованиях, а завтра, возможно, в реальной жизни. На соревнованиях ребятам предстояло продемонстрировать свои способности в различных испытаниях. Снаряжение магазина, разборка-сборка автомата Калашникова, а также приложить усилия в комплексных физических упражнениях. На таких соревнованиях я первый раз участвую, именно вот на подобной деятельности, по сборке-разборке. Немного волнуюсь, естественно, но надеюсь, я покажу хорошие результаты. Занимаемся не просто так здесь, все-таки за награду какую-то, представляем свою школу, важно показать свои результаты. И хотелось бы всем же удачи пожелать, естественно. Все-таки, как сказали уже, победит дружба, как всегда. Соревнования интересные, я считаю, это правильно, что проводят такое каждый год. И я считаю, что это полезно для всех. Попробовать себя, кто что может, кто в чем силен. К слову, в испытаниях снаряжения магазина девочки оказались быстрее мальчиков и забрали 2 из 3 призовых представленных места. По итогам военно-спортивного многоборья первое место заняла команда средней школы номер 14. Второе и третье составы 37 и 25 соответственно. Ребята нашей школы с удовольствием принимают участие, потому что именно они 5 лет назад были инициаторами того, чтобы увековечить память Фомина Ефима Моисеевича в нашей школе и предложили проводить такой турнир. А дальше мы вышли на школы Московского района, где, конечно же, с удовольствием откликнулись другие школы. В городе над Бугом подобного рода соревнования и дальше будут проводиться. Все это для того, чтобы поддержать чувство патриотизма подрастающего поколения. Турнир памяти Ефима Фомина – отличный пример того, как надо заинтересовывать мальчишек и девчонок. В год исторической памяти сотни ребят примут участие в состязаниях, посвященных памяти героических потомков. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буг-ТВ».